В ходе месячника по благоустройству, который проходит сейчас по всему Подмосковью, в Ленинском районе продолжают приводить дороги в нормативное состояние после зимы. Сотрудники МБУ «Дорсервис» красят дорожное ограждение и ограждение вдоль тротуаров. Обновляют дорожную разметку, как вертикальную бортовой камень, так и горизонтальную, осевые и прерывистые линии, пешеходные переходы. Причем используются для этого разные средства. Есть разметка современная уже, которая наносится один раз в год, и она даже больше одного сезона служит, иногда зависит от интенсивности дорожного движения. Это пластиковая разметка, которая с применением полимерных материалов наносится. Есть разметка, которая наносится краской специализированной. Она дешевле, но при этом менее долговечна. Вот мы используем и такой метод. Выбор зависит от того, планируется ли в текущем году ремонтировать дорогу. Если ремонт запланирован, нет смысла тратиться на дорогую пластиковую разметку. Уже близки к завершению работы в центральной части города. Ведется благоустройство в поселениях и новых микрорайонах. Разметка уже нанесена на Заводской улице, на улице Советской. Сегодня идут работы на Советском проезде. На этой неделе завершим работы по проспекту Ленинского комсомола и улице Школьной. Дорожная разметка на проезжей части наносится, как правило, в ночное время, чтобы не создавать жителям неудобств и не провоцировать пробки и аварийные ситуации. Видели за последнее время кто-нибудь, как рабочие обновляли разметку, красили бордюры? Ну да, конечно, приезжал, да? Видел, да, естественно. Вам работает. Как автолюбителю каких-то удобств, неудобств? Ну нет, особо нет. Загруженности есть, конечно, но не особо сильная. Я думаю, что они связаны с ними. Работы на основных магистралях планируют завершить к 1 мая. Остальные дороги обновят в течение лета.